Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну давай сейчас еще народ подождем. Так, а что Дима говорит? Не знаю. Мы с РПГ играем или без РПГ? Ну как хотите. Не, ну ты опять выдержи. Ну если заебете, выйду. Ну реально, мне похуй, я с РПГ. Тупо, блядь, у перца нет подвижности такой, чтобы от РПГ уворачиваться, ни стрейфа нормального, ни распрыга, ни хуя. Перекатывайся, ну вот мельник обычно перекатывается и сразу выводит башку РПГ. Взрыва ебанутый, блядь, полкарты разносит, охуеть, перекатывайся. Макс, что ты ушел-то? Блядь. Уже не любишь РПГ. Зашел, ушел. Ну ладно, хорошо, поехали, короче, РПГ тогда не юзаем, хуй с ним. Ничего страшного не будет. Мне похуй, я буду по-моему. Ну, юзаем, нечего, я не против. Я тебя шестиствольника буду убивать тогда. Только мочой не подавись потом. Ох, вам повезло, Как раз высокоточная винтовка начальная, отлично. Хек, ты бы разделся бы. Ну бас, да копирую. Так, ну чё, высокоточная винтовка в руках. Я его не копирую, просто я играю так же, как и он. Ну то есть. Вот. Так, чё за карта вообще? Ага. Интересная карта. О, как тут, а тут тяжко играть. Это РПГ не поможет, только снайперский снайпинг, причем хороший снайпинг. Есть один. Нубосса завалили как не нубосса. А это кто был? Ну, сука, не видно, блять. Блять, придется брать 50-ку. Блять, сука, долбоёб с этим, блять. Как его? Блять, с броником нажались, сука. Есть, готов. Сейчас нубас умрет. Лошара. Ну чё, ребята, как вам мой 50-й снайпинг? Not bad? А, мельник пошел РПГ юзать, сука. Ну понятно. Ну, в принципе, да. Да не, ну бас, куда ты сейчас шутишь? Я настолько надрочился, что бесполезно со мной. Странно, почему нубас, когда меня убил, выстрел из этого, из РПГ? Странно. Блять, меня чё, с двух сторон пиздошил, что ли, да? Тим, может быть, мне поможете или как? Но куда не шло. Уже легче. Так, хорошо. Против мельника используйте всякую дрянь. Неужели перестрелял? Надо же. Я нахожусь на низине. Так,
Да нет, это у него без РПГ, этот Ленус, он умеет по-другому играть. Я тебя три раза... Все, идем вместе и просто продавливаем их, убиваем. Так, давай. Ну это да. Ну хорошо, что ж теперь поделать. Пускай стреляет в свой РПГ. Он просто не умеет ничего другого играть. И еще более-менее с машины катается, гранаты бросает. Больше мне ничего не умеет. Блять, ну тебе не повезло, но бац, я в хуйню вошел, блять. Так, так ты, конечно, не жилец был. Ну ладно. Ебать, воды не будет. Начало. Ну, блять, ребят, я же сказал, без РПГ едем. Ну, понимания нет. Ладно, какие проблемы. Ну, чем мне еще вас останавливать, опять, народ? Просто я сейчас возьму РПГ, Дима уйдет, блядь, из игры. Кто вас там поливает? Не знаю. Это мельник у нас убивает, пытается попасть. Он же не видит, что мы на возвышении стоим. У нас попасть в такое конкретно практически невозможно. Ну чё, Дим? Сейчас ты там умрёшь. Как жизнь, как здоровье. Вижу хуёво. Ладно, добью эти дела, а потом буду, блядь, заниматься вторым стрелком. Вот говнюк, а. Попадающим со снайперки. Блядь, стоит, короче, реально. А чё реально? Я просто стою, блядь, вообще как нубятина на видном месте. Это был спрятан. Ладно, мельник нахуй, нубятинка. Вдвоем идем. Блять, жизни нету вообще. Да. Блять, что это за респа такая? Ага. А где они? Я думал, наверх полезу. Да ты чё, напас? Братуха, попутал. О! Ух ты, блядь. Легко и непринужденно. Поехали дальше разговаривать. Куда бежишь, Нубас? Завалили, молодец, Nice Girls, отличная работа. Сейчас подбежим, поможем. Так, что там у нас? Если бы не РПГ, там уже давно. Вот что такое, Нубас что ли вышел на судьбу? Ну что, получил голову, говнюк? Да, ладно, стреляю вот так, хек, без проблем. Ладно, достаем РПГ, в пизду дурака. Я все понимаю, но как бы есть ему свой предел. Шестиствольники РПГ доставайте.
дурачок. Свободен. Так. Ну чё? Я от этого края забора там камня на камне не оставлю. Добираем фраги. Это кто тебе такую хуйню нашептал? Блять. Ладно, не успели, повезло лохам. Карта не закрыта, но пришли приходят. Я согласен. Играть можно. Это вам подарок. Больше таких подарков. Ну как обычно, запущу. Больше таких подарков не будет.